В этот день поздравить супружескую пару собрались родные и близкие, и соседи, представители районного отдела ЗАГС, Дома культуры и организации, в которых они работали. Была организована насыщенная музыкальная программа. Я от всей души, от нашей семьи желаю вам крепкого здоровья. Наверное, самый, дорогой это сегодняшний день здоровья, мирного неба, чтобы вот так вот дружно своей семье и с большой семьей встречать все очень хорошие мероприятия вот на таком хорошем месте, на этой улице. Смотря на их искренние улыбки, трепетное отношение друг к другу, невозможно сдержать улыбок и слезы такую искреннюю счастливую семью. Девиз – уважать старших. Старших. Да. У нас две мамки были, они формально одни нас воспитывали, гости, и мы нашу программу их до старости досмотрели. Наша очаровательная вот. Ведущая нашего и города. К родственникам, людям хорошо относятся. Ануза и Ирик Фарахова прожили в любви и согласии, вырастив дочь. Сегодня у них трое внуков. Родители – это для меня все. Это мое детство, это моя юность. У вас есть какие-то семейные традиции? Да, у нас есть семейные традиции. Это собираться каждый год, в Новый год, в родительском доме. Вот, праздновать праздник в Новый год. Также дни рождения отмечать. Мы сами живем в Казани. В этот день для юбиляров звучали концертные номера и искренние поздравления от соседей. Яна Махмутова, Булат Миниязов, Бавлинское телевидение.